Казахстанским экспортерам для продвижения на внешние рынки выделено 3,7 миллиарда тенге. Таким образом, Министерство торговли и интеграции намерено возместить часть затрат по доставке товаров от завода-изготовителя до импортера. Это сравнительно новая и наиболее востребованная мера, отмечают в профильном ведомстве. Еще одним новшеством станет создание единого цифрового окна. Оно позволит упростить и ускорить обработку процедур, а также позволит бизнесу оперативно взаимодействовать с государством. Еще один не менее важный шаг для поддержки Казахстана товаропроизводителей – проведение торгово-экономических миссий и выставок. В прошлом году из-за сложной ситуации в мире многие из них были отложены. В этом же уже проведено 5 миссий в странах Центральной Азии и России. В них участвовали более 160 различных предприятий. По итогам подписаны экспортные контракты на сумму более 160 миллионов долларов. Еще несколько таких мероприятий проведут до конца года. Все эти меры позволяют оказывать предпринимателям максимальное содействие и поддержку со стороны государства.